сейчас оригинальный, да? Александр Ильич, давай. Тебе, ты пела вместе с Богушевской, тебе хорошо? Да неплохо. Ну давай, помедленнее прям. Прямо помедленнее. 39-й трамвай по покатым мостам Москвы. Вывес на улице май в зеленом одеянии. Давай еще раз эту фразу. Ведь она же повторяется. Ну да, канотка та же самая. Она же одна и та же, что в первый за... Вывес на улице май. Улице май. Вот этой нотки нет перед маем. Вывес на улице. О, ниже, ниже, завышайся. Вывес на улице май. Перед маем ноточка поточнее. На улице май, ци, май, ци. На ци у тебя не та ноточка. Александр Ильич, будьте добры, еще разочек. Александр Ильич, будь внимательны. Вывес прямо и... Вывес на улице май. Вот. Зеленый... Зеленый ать. В зеленом одеянье. Видишь, быстро, когда... Если быстро петь, можно и смазать. Можно все эти, всю эту интонацию размазать. А здесь как раз... Давай еще разочек отсюда вывес. Ой, перед зеленым маем, чтобы ты эту фразочку последнюю спел. И... Вывес на улице май в зеленом одеянье. Ну, что ты? Все правильно. Мне просто хочется записать... Зеленый май. Ну, нормально, смело, смело. Ты не бойся неправильно спеть. Я завершаю. Ну, немножко есть. Ну, ты не бойся неправильно спеть. Нормально все. Разучиваем песню. Я постаралась. С самого начала еще разучим. Так же медленно. Три. 39-й трамвай по богатым мостам Москвы. Вывес на улице май в зеленом одеянье. От метро до универа 100 метров поделал скверы, утопая в солнечной пыли. Пары в бульвары вошли. И там не та нотка. Шли, вот какая там нотка. Она не характерная совершенно, но вот такая. Шли. Вот эта нотка. Есть ноты. Этой песни да? Можно просто сверить все. Ну там нотка. На ее сайте есть. Да, нот. Да. Ну там это нота. А я искала, не нашла. Самая первая ссылка по этой запросу. Я почему точно знаю. Я знаю сайт, что не знала даже, что сайт. Леночка, я точно знаю. Просто приезжала с... год назад ко мне на консультацию Полина, и мы пели с ней. И мне сначала показалось, что она не точно эту ноту поет, а потом мы выясняли. Потом мы выясняли, и все там точно. Так написала Ирина Богушевская. Так она написала. Нет, бар, три, вот это не та, вот эта ноточка. Бары, бульвары вошли. Там по гармонии так. Давайте еще разочек. По покаты, прямо вот это место. У тебя сейчас, конечно, дыхание еле-еле хватило, но мы медленно. Но ничего, поем. И... От метро до универа 100 метров. Ну, не сразу точно. Они не точные ноточки. Давай, полетела, давай еще. От метро до универа 100 метров поделал скверы, утопая в солнечной пыли. Пары в бульвары вошли. И у тебя теперь ры была не та нотка, пань, пары бульвары. Там была не та, а ы была хорошая, правильная была ноточка. Посмотришь, канты выверишь. Дальше. Лебеди там, катают по подернутым тиной прутам, на спинах солнечные пятна. И пятна едут абсолютно бесплатно туда-сюда. Лебеди там, с аппетитом.
Хорошо. Давай эту часть чуть-чуть сдвинем сейчас, если значит. Вот эту часть. Лебеди там пошли. Два, три. Лебеди там, лебеди там. Аллигатор пой. По подёрнутой тиной пруда сбили солнечные пятна. И пятна едут абсолютно бесплатно туда-сюда. Лебеди там, с аппетитом поедают белый бутон, вздумая о том, что жить в луже. Свобода и полёта хуже, но зато у них есть белый мотор. Свобода и смысл. Свободы. И что там дальше? Случайно. И полёта. Вот скажи мне это без пения сейчас, просто строчку скажи. Что жить в луже, свободы и полета хуже. Почему ты говоришь это? А я случайно сказала. Да нет, я не в этом. Ты перед «и» опять делаешь остановку. Свободы «и». Ты нет, делаешь твердую. Ты рвешь, ты делаешь твердую «и». Давай сразу же сейчас. Свободы «и», свободы «и». Соедини там. Хотя Богушевская делит. Ну и что? Ну и что? Я ее внимательно послушала, как она исполняет. Интересная вещь, правда, я сама? Интересно. Давай еще разочек. И смотри, она идет, пунктир такой, идет ритм такой, все это. Пожалуйста, я тебя очень прошу, сразу сильно давай на легато все. Оно и так порвется. Все на легато поем, все на легато. Лебеди там, да-да-ди там, да-да-ди там, все. Иначе там дикционно будут сложности. Все на легато. Прямо опять это же место. Два, три, четыре. Лебеди там, катают по подернутой тиной пруда. На спинах солнечные пятна. И пятна едут абсолютно бесплатно туда-сюда. Лебеди там. Исполняется больше, она микстового полностью такого характера. Ну вот последняя фраза, она там есть такая. Ну последняя головная, ну а вообще... А у меня сейчас как получается все? Ну неплохо у тебя получается. Ну какой-то звук такой. Ну да мы искать будем звук этот, мы будем работать еще, и включится вся динамика, поставит все на место. Или может тональность? Ну, может быть, поэтому эта ноточка какая была, Александр Ильич? Видишь, ты ее поешь головником. Она переходная, да. Но она и не может быть здесь крикливая такая. Она а не, там! Она не должна. Потому что есть батон! Здесь если только поднять на полтона сейчас. Попробуем. Ну мы ищем тональность, нормально, все. Рабочий процесс идет. Лебеди там. Два, три, четыре. Лебеди там, катают. Тёрнут аптины пруда, сдвинут солнечные пятна. И пятна едут абсолютно бесплатно туда-сюда. Лебеди там, с аппетитом поедают белый батон, вздумая о том, что жить в луже. Свободы и полёта хуже, но зато у них есть белый батон. Но, по крайней мере, Доди Ес лучше прозвучал наверху. Его пирать легче. Встань сюда. Встань на свое место. Давай с самого начала первый куплет и третий я попробую. Попробуем, мы смотрим. Давай. Как получится. Только на легато. Только на легато. Иначе там. Иначе будет рвано. Нет? В темпе. Попробуем сейчас в темпе. Стараюсь на полтона выше. На полтона выше. Сандрич уже сделал. Поем. Три. Ой. Три. Не-не-не, мы с самого начала. С самого начала, Сандрич. Тридцать девятый трамвай по богатым мостам Москвы.
же но зато в них есть белый батон. Спасибо. Они с аппетитом там поедают? С аппетитом. Только слово. С аппетитом. Только слово этого не слышно, но непонятно. Лебеди там, с аппетитом. Лебеди там, лебеди там. То есть идет, понимаешь, лебеди там. То есть не туда идет. Я тебе говорю, на легато сделай. Лебеди там, на-да-ди-там. Она цельная, понимаешь? Она такая должна. Потом все, я говорю, когда в характер войдешь. И если ты сейчас не будешь петь на легато, ну говорим же об этом, Дианочка, все время. Если ты сейчас не выстроишь это все на легато, потом вообще это все порвется. И свободы, потом аппетита. Найди эту строчку без Александра Ильича, найди ее. Что там? Лебеди там, с аппетитом, поедают. Вот. С аппетитом, с аппетитом. То есть тоже сделай волну-то динамическую. Вот ты к там ведешь. С аппетитом. У тебя ударение в словах, тебе нужно будет очень внимательно поработать с текстом, чтобы выверить в каждом слове ключевую букву, фонему, куда ты идешь, куда у тебя будет ударение. Ударение в слове и будет твоей динамической волной, которая туда придет. То есть по громкости ты будешь распределять именно так. Плюс легато. А то лебеди-там, с аппетитом. У тебя видишь, что было? С аппетитом. Лебеди-там, с аппетитом. С аппетитом. А надо с аппетитом. Аппетит. То есть перенеси. Еще разочек. В этой же, с лебедей, Александр Ильич, будьте добры. Лебеди-там, с аппетитом. Поедают белый батон. Думай о том, что жить в луже. Полета хуже, но зато у них есть белый батон. Дай. Ты понимаешь, вот она головная, спасибо за умничка. Она хорошая ноточка, но ты ее, она же не просто нота ради ноты. Они поедают батон. У них есть белый батон. Ну так ты ее сделай эту ноточку, обопри ее. Оформи ее, эту до диез. Сейчас было лучше с аппетитом-то. Хорошо было. Лебеди там, лебеди, лебеди там. Больше давай легато. Разобьется потом. Ох, выйдешь на сцену, ох, войдешь в кураж. И вообще все порвется. Давайте еще что-то значит. С лебедей. Раз, два, три. Лебеди там, с аппетитом. Поедают белый батон. Думай о том, что жить в луже. Не подумала, да. И потом там нотки, ну ты выберешь все нотки, там сейчас есть неточные ноты, Что же делаешь? Ты просто еще сама не уверенная, поэтому как бы есть там. Сейчас тебе точно скажу и даже запишу тебе. Тогда ты пой, а я запишу тебе, на каких словах у тебя неточно. Еще разочек. Поедает белый батон, наверное. Нет. Давайте еще разочек, а тут даже лебеди там. Раз, два, три, и. Лебеди там, с аппетитом, поедают белый батон, думая о том, что жить в луже. Свободы и полета хуже, но зато у них есть белый батон. Хорошо, белый, вот этот, белый батон первый. Первый белый батон, интонация не туда. Смотри, в словах, ну и что, вот у них есть белый батон. Как ты, а как по интонации ты должна это спеть, по характеру я имею в виду? Но зато у них есть белый батон. Александр Ильич, а у меня вот что есть? А у них есть белый батон. Вот именно белый. Да, белый батон. Но для них это вкусно, белый батон. Специально приходят, их кормят белым батоном. Давай еще разочек. Спой это, не знаю, сразу в характере. Ну хорошо, все равно умничка. Еще разочек с лебедей, а потом с самого начала. Пропоем еще разочек. Подожди. Раз, два, три, и. Лебеди там, с аппетитом, поедают белый батон, думая о том, что.
звук. Ну, наслаждайся, так же, как ты булками обычно наслаждаешься, запахом свежих булок, а тут батон, вот это все. Не обязательно ее долго держать открытую. Взяла открытую, развила ее, сделала вилочку кульминационную такую, а потом ушла в закрытый звук. У них есть белый батон, как это классно. Ну, давайте еще разочек, с самого начала теперь. 39-й трамвай. Раз, два, три. 39-й трамвай по богатым мостам Москвы. Вывез на улице май в зеленом одеянии. От метро до универа 100 метров поделась вера, будто пая в солнечной пыли. Пары в бульвары вошли. Чем опирать-то, когда дыхание закончилось? Конечно, там нужно фразу добирать дыхание, иначе там тебе сложно. Ну, конечно, конечно. Ну, ты пробуешь, ты молодец, ты пробуешь. Конечно, было бы лучше, если бы ты спела на всем, но извините, но это физически... Может, это дело впевания песен? Ну, мы посмотрим, но альтернативу нужно искать, фразировки. Теперь, смотри, она все-таки, Александр Валерьевич, сейчас, не знаю, да, дело не в медленноватом. Сейчас все-таки мы находимся все равно в поиске звука. Мы его ищем. Очень поверхностное пение. Согласны, Александр Валерьевич? Оно поверхностное. Я понимаю, что мы пробуем. Но даже ты, когда пробуешь, ты 4-й курс уже, ты должна уже сразу на фундамент все это ставить. Наш фундамент – это опора, а опора работает, когда ты играешь динамически. 33. Мне неудобно. 3. Вообще, что это за нота? Надеюсь. Вот как мне неудобно. Мне очень неудобно. Понимаешь, ты ее тоже, ты ее микстуешь. Я, видишь, как сейчас занизила, сфальшивила. Ты ее микстуешь, эту нотку. 3. Вот ушла. 30. То есть в этой тональности, если на чашу весов там низ, середина, вверх, допустим, если мы в ней останавливаемся, вот я, видишь, я начинаю искать себе звук. Первый раз нафальшивилась, спела неправильно. Вот. Начинаю искать, ушла в артикуляцию, подняла гортань. 39-й трамвай. То есть без опоры, без игрушек, без динамических волн она неинтересна будет. Она будет поверхностная и такая будет неинтересная, невкусная. Невкусная будет. Поэтому я бы и сидела, бы и искала. И ты тоже ищи. Сейчас ты просто в первом чтении ты донесла мелодию. Да, мелодию ты спела. Еще выверишь все это. Ты знаешь уже куплет-припев наизусть. Я считаю, что ты подвинулась, ты поработала за выходные дни. Ты молодец. Ты молодец. Поэтому... ищи свой звук, ищи свой звук. Для меня эта тесситура не очень удобная, допустим. Я бы ниже бы пела в любом случае, потому что... А если с оригинального на полтон опуститься, что получится? Ну, давайте попробуем. Поднялись? Давайте попробуем. Нет, ну там у тебя... Ну, хорошо, ну, тогда тебе нужно хорошо микстовать будет до верхнюю. Она до... Чисто головная... Нет, до будет сейчас наверху, да. Сейчас будет си наверху. Си будет наверху. Оригинально же была где до наверху, мы подняли до диез, а чтобы с оригинальным... Мы на тон поднялись. На полтона. На полтона, значит, была до наверху, сейчас до диез. Или сейчас до? Сейчас была до диез, мы подняли на полтона. Это когда подняли? Ой, что я забыла. В оригинале до. В оригинале до? Я, то есть... я имела в виду, что... А ты хотела от оригинала уйти еще вниз? Да, на полтона. А вот что? Я-то думала, мы хотите сейчас вернуться. Ну, хорошо, нет. Давайте пробовать. Интересно же. А ну интересно, хорошо, давайте попробуем. Давайте попробуем. От оригинала на полтона ниже. Ну, сейчас будет грудина сплошная, правильно? Работает. А хотелось-то там и то сохранить. Пробуем.
Раз, два, три. 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 Тридцать девять. И... Тридцать девятый трамвай по покатым мостам Москвы вывез на улице май в зеленом одеянье. От метро до универа сто метров по делу сквер, утопая в солнечной пыли. Пары в бульвары вошли. Дальше поехали. Лебеди там, лебеди там, катают по подернутым тиной прутам, на спинах солнечные пятна. И пятна едут абсолютно бесплатно туда-сюда. Лебеди там с аппетитом поедают белый батон, думая о том, что жить в луже свободы и полета хуже. Но зато у них есть белый батон. Это низко. Да, оно вообще всего не звучит. Пункту. Нет обертонов вообще не звучит. Если там было, ты облегчала, да, все это как бы в той... На тон сразу, понимаете, Саныч. Отсюда на тон. А, ну так вот. Отсюда на тон. Свободы. Свободы, свободы полета, свободы полета. На и просто ударение. Но на легато. Свободы и полета. Не надо рвать. Свободы и полета, свободы и полета. Если я не беря дыхание, все равно умудряюсь порвать. Я там в последнем вроде не брала дыхание. Нет, все равно там рвется. Может, так кажется? Ну, там пустота какая. Тебе надо вот это, свободы, у тебя «ы» должна быть развита. То есть крещендо на «ы». Свободы и полета. Свободы и полета. На «ы» уже давать крещендо. И самое громкое будет «и полета». Но только на легато. Она не будет это, толчковая, тычковая. Она не будет. Вот. Давай. Еще разочек. Только вернувшись это на место. С какого места? С самого начала. Раз, два, три. 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 Одна голова. Три. Микс. Три. Три. Тридцать девятый трамвай. Трамвай. Еще и Н у нас буква там. Дианка. Тридцать девятый трамвай. Трамвай. М буква. Угу. Везде легато, везде волна идет, везде в динамике работаем. Вот так вот, все, все, понимаешь, вот все как это, как желе, как медуза. Все, нигде не останавливается, все идет, звук идет все время в работе. Тише, громче, все. Поем. Раз, два, три. Тридцать девятый трамвай по покатым мостам Москвы. Главное. Лебеди там, лебеди там. Это же не пение, это напевание.
на улице опять, ну не разбивай, ну почему ты разбиваешь? Потому что вы, не знаю, вы слушаете и привыкаете опять привычки. Понимаешь, Ира Богушевская, она автор-исполнитель, она сама придумала, она сама и поет. Она как хочет, так и поет, это она сама автор. Как хочу, так и пою. Но я тебе все-таки обращаю на это внимание. Здесь, ну, с моей точки зрения, на улице. Зачем? На улице май. На улице май. Зачем разъединять А и У? Вы бы разъединяли, Александр Ильич? Может быть. Может быть. На улице май. Если бы я так захотел. Если бы я был автором этой песни. Да я не помню, здесь ли она разделяет. Вот свободы и полета, по-моему, она делит. Где-то. Мне кажется, я сразу вас услышала. Я слушаю, когда исполнителей. 95% все время делят. Все время разбивают. То есть, а я считаю, что нужно акцентировать именно за счет динамики. То есть идет снятие и идет твердая атака на гласную. На ухо. Но это моя субъективная точка зрения. Где-то действительно можно разделить и нужно разделить. И атаковать эту гласную. Но это надо оправдывать. Я все-таки за то, что нужно каждую интерпретацию нужно как бы оправдывать. Я сделала здесь вот так, потому что вот так. Ну ты обрати внимание, либо, я не знаю, я могу принять твою альтернативу, но тогда ты должна успевать и то слово спеть, и это слово спеть. То есть не то, не другое со счетов, а здесь за счет легато и крещендо ты убиваешь двух зайцев и тут, и получается это лучше, мне так кажется. Давай еще раз. На улице май. Вот сейчас вот как ты споешь? Еще разочек 39-й трамвай. Давай. Спой только в динамике. Улица будет громче. На улице. Не на у. На улице май. Она просто погромче будет. Тональность в голове. Все, поехали. Раз, два, три. 39-й трамвай, папа, пятый мост до Москвы. Вылез на улице май, зеленом одеянье. Ну, вы слышали, это было лучше. Мне кажется, что это было лучше, это было профессиональнее. Потому что там не оправдано убить эту прямо улицы. Ребята, у меня через 40 минут совещание. Угу. Трамвай. Ну, мне не хватает буквы М. Вы слышите? 39-й трамвай. Прям трамвай, трамвай, трамвай. Ты должна ее зацепить. Трамвай. Да иначе будет и слышится на ухо, что я побежала, я полетела. Все. Всем спасибо. Дальше самостоятельно. Хорошо, Александр Борисович, я вас благодарю за помощь.